В Арзамасе стартовал чемпионат России по фехтованию. Первыми на дорожку вышло 78 раперистов. Семеро спортсменов одержали по 6 побед в группах. Среди них был и Дмитрий Ригин. Но отличное выступление в пуле дивидендов ему не принесло. По результатам жеребьевки петербуржец оказался в компании с очень серьезными соперниками. Там куча народа, там у меня Дима Комиссаров, наша звезда молодежная, Кирилл Бородачев и Леша Хованский, все на свете, все. Все, кто можно, пришли ко мне. И действительно, уже в бою за вход в 16 Ригин лишь с большим трудом смог одолеть Дмитрия Комиссарова 15-14. А в поединке за вход в четверку петербуржец с таким же счетом уступил Тимуру Арсланову. Последний в итоге завоевал серебро, уступив в финале Тимуру Сафину. Для меня только одно место, это первое. И я всегда рассчитываю на него. Изначально я не думаю об этом, конечно. Я выхожу бороться за каждый укол, за каждый бой, так скажем. А в итоге просто получается так, что мне пока везет, я выигрываю турнирчики. Третью строчку разделили Алексей Черемисинов и Искандер Ахметов. Для Искандера эта бронза стала уже четвертой к ряду в личных соревнованиях. Ощущение, наконец-то, совершенной цели. У меня была поставлена задача залезть в четверку лучших. В принципе, я эту задачу выполнил. Программа минимум. Вот, в команде тоже заняли третье место. Не знаю, как это объяснить, но четвертый раз третье место, в принципе, что это стабильность. Таким образом, главным претендентом на золото в мужской командной рапире становится сборная Башкортостана.